Появление детского сада в микрорайоне Юзмэр-5 с нетерпением ждали жители многочисленных новостроек. В декабре 2021 года лед тронулся. Здесь огородили стройплощадку и появилась техника. Сегодня работы вышли на финишную прямую. На отведенной территории в более чем 12 тысяч квадратных метров уже выросло трехэтажное здание. А рабочие стройтреста номер 8 прикладывают все усилия, чтобы важный социальный объект был сдан к новому учебному году. Закончены общестроительные работы, то бишь построена коробка. Внутри выполнены штукатурные работы. Сейчас ведутся работы по чистовой отделке, а именно керамическая плитка, полы, стяжка пола, шпаклевка и другие работы. В здании разместятся 30 групп для дошколят и малышей ясельного возраста. В том числе 2 группы для детей с ограниченными возможностями на первом этаже. В связи с этим продумана безбарьерная среда и установлены теплые полы. Также в помещении есть актовые и спортивные залы. Имеются 2 пассажирских лифта, а в пищеблоке установлено 2 грузоподъемника для доставки продуктов. На данный момент у нас заштукатурено 12,5 тысяч квадратов поверхности стен, выполнена вся черновая штукатурка. Работаем по малярным работам. Все используемые материалы белорусского производства. Они прошли жесткий контроль качества и безопасности. На данный момент на объекте задействовано более 10 единиц техники и работает порядка 150 человек. Работали клеевыми составами, армировали. Потом, чтобы приступить к следующей операции, грунтовочный слой, обрабатываем потолки, ну и первый вот слой шпатлевки, потом второй слой, потом приступаем к покраске. Пользуемся хорошими красками, альпиной. На улице будут организованы теневые навесы для того, чтобы дети во время жарких солнечных дней могли прятаться и прятать свои игрушки. Будут организованы различные развлекательные объекты, горки, всякие качели, скамейки. Будет площадка для изучения правил дорожного движения. В новом районе, где проживает порядка 10 тысяч человек, желающих попасть в детский сад немало. На все 350 мест еще до конца мая уже были поданы заявки. В августе в детский сад привезут мебель и оборудование, устранят недоработки, чтобы ко дню знаний отдохнувшие после летних каникул дети пришли в новый, комфортный и просторный детский сад. Помимо детского сада в нашем городе на разных этапах строительства и проектирования находится ряд других объектов системы образования. Начало строительство детского сада в микрорайоне Вулька-3, тоже на 350 мест. Начато проектирование детского сада в микрорайоне по улице лейтенанта Рябцева на 190 мест. Начато проектирование школы в юго-западном микрорайоне 5 на 1120 мест. Все указанные стройки включены в программу инвестиционных объектов Брестской области и финансируются за счет средств областного бюджета. Людмила Лагодич, Андрей Щерба, Юрий Лемонтович, телекомпания БукТВ.